Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем делать замечательную объемную аппликацию из пластилина, которая называется кусочек пиццы. Для нашей работы нам понадобится шаблон, распечатанный на принтере, а также пластилин бежевого, желтого, красного и розового цвета, а также стека. Сначала мы возьмем бежевый пластилин и будем залеплять те места, где у нас должно быть тесто. Отрываем маленькие кусочки и наносим на нашу основу вот такими растягивающими движениями. Затем я беру коричневый цвет пластилина, скатываю вот такие тоненькие колбаски и приклеиваю их по контуру нашей пиццы. Повторяйте, ребята, за мной. С одной стороны и с другой стороны. И, конечно же, золотистая поджаристая корочка. Для этого я беру два цвета, бежевый и коричневый, смешиваю между собой, приклеиваю на нашу основу. Затем берем розовый пластилин и будем заполнять цветом наши кружочки. А кружочки это у нас будут колбаски. Заполняем цветом все три кружочка. Затем берем белый цвет и скатываем вот такие маленькие кружочки. Приклеиваем на нашу колбаску. Так наша колбаска будет объемнее и аппетитнее. А теперь украсим нашу пиццу кетчупом. Для этого возьмем красный пластилин, скатаем его в колбаски и приклеиваем на наш шаблон. И остался, конечно, желтый. Как же вы думаете, что это будет из желтого пластилина? А это будут кусочки сыра. Отрывайте маленький кусочек и приклеивайте на оставшиеся пустые места на нашем шаблоне. Вот такая замечательная объемная аппликация из пластилина у нас получилась. Подписывайтесь на наш канал, заходите к нам в гости в Телеграм. До новых встреч! Пока-пока!